Нападающий в «Зените» ЦСКА, усиление «Быков» и защитник в «Локомотив». Последние трансферные новости РПЛ. Всем привет! Вы на канале «Басни футбола». Здесь мы говорим про российский футбол и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. Дзагоев нашел клуб в Греции. Как сообщает издание «Чемпионат», Алан Дзагоев ведет переговоры с греческим ФК «Ламия», за который выступает Зоран Тошич. В бывшем футболисте сборной России и ЦСКА заинтересован лично главный тренер. Спортивный директор клуба подтвердил информацию о переговорах. «Мы заинтересованы в Дзагоеве, ведем переговоры, в субботу я постараюсь встретиться с игроком». В РПЛ на игрока нет интереса из-за травматизма. Как считаете, достойно продолжение карьеры для Дзагоева? Локомотив нашел защитника. По информации Спорт24, московский Локомотив интересуется защитником польского Ракова Зораном Арсеничем. 29-летний хорват – основной игрок и капитан своей команды, за которого выступает с лета 2021 года. Он оценивается в сумму около 2 миллионов евро. Правда, источник уточняет, что из-за повреждения, которое он получил недавно, переход в летнее окно не состоится. У игрока перелом пальца на ноге. Сообщается, что Локомотив продолжит переговоры зимой и попытается совершить трансфер. Как считаете, достойное усиление? Краснодар хочет подписать полузащитника Урала. Как сообщает издание «Чемпионат», Краснодар заинтересован в полузащитнике Урала Юрии Железнове. Правда, сам игрок не хочет покидать команду, так как 20-летнего футболиста хотят взять для игры за «Краснодар-2». Урал готов отпустить футболиста в аренду с правом выкупа, так как Гончаренко не сильно держится за игрока. У 20-летнего футболиста 46 матчей за основную команду Урала. Портал «Трансфермарк» оценивает крайнего полузащитника в 400 тысяч евро. Ранее издание РБ «Спорт» сообщало, что Краснодар ищет правого нападающего на трансферном рынке, которого хочет подписать до закрытия окна. Что думаете по этому поводу? Изидор продолжит карьеру в РПЛ. По информации Матч ТВ, на нападающего «Локомотива», который не хочет играть за железнодорожников, есть спрос в РПЛ. Игрок заинтересовал ЦСКА, Краснодар и «Зенит». Правда, ближе всех к переходу «Зенит». Агент уже подтвердил информацию, что ведут переговоры с действующим чемпионом РПЛ. Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». Удивительно, но игрок хотел Европу, потому что жена беременна и придумывал тысячи причин. А теперь согласен на переход в «Зенит», где также будет сидеть на скамейке. Сам футболист уже написал, что «Локомотив» не отпустил его в Марсель и Мец за те же деньги, которые предлагает «Зенит». «Зенит» заплатит 1,3 миллиона евро за аренду, и у них будет необязательное право выкупа за 4,7 миллиона евро. Как оцениваете действия железнодорожников? Пишите в комментарии. Обязательно пишите свое мнение в комментарии. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.